Привет. Привет. Как дела? Ну, как нормально. Блин, что-то я все время ожидаю, что дети сзади сидят. Ну что? Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». Your life is my life. И сегодня у нас долгожданное включение студента. Включай. Давай, что там? Сделай нам доклад уже. Ну я вначале похвастаюсь по второму заданию. Хвастайся. По второму заданию, которое я задавала по вуменстади, по феминизму, у меня 98% из 100. Горжусь? 4 уже или какой там? 5? Ой, ну сегодня, наверное, я хочу только о Child Development рассказывать, потому что на феминизме мы опять... Короче, она сегодня опять разбирала, почему... Ну, сегодня все уже смогли посмотреть свои оценки за вот это вот второе задание, которое... Ну, я знаю свое, что 98 из 100. И она опять полкласса объясняла, как это надо писать, где нужно писать свое мнение, где не нужно писать свое мнение. Ну, в общем, практически весь класс прошел. Ну, как бы я считаю, что мы уже фактически закончили учиться, а она до сих пор объясняет, как писать. Мне кажется, уже пора завязывать с этим. У физрука мы сегодня говорили о пищевых расстройствах, о анорексии, о булимии. Вот. И мы смотрели коротенький фильм. Расскажи нам все это. Ну, в основном мы сегодня почему-то на булимии на этой сосредоточились. Мы смотрели, короче, тенький фильм о парне, ему 19 лет. Вместо положенных 2-2,5 тысяч калорий, которые ему как бы положено кушать, он съедает 12-13 тысяч калорий в день. Он худой. Ему нравится процесс, как он кушает, ему нравится чувствовать еду, скажем, да? Но потом он уходит в туалет и все это дело отошло. В общем, мы вот это вот обсуждали, потом... Так сколько он есть? Он усваивает, что ли? Ну, ты знаешь, на фотографии он тошнит, да так, получается, он тут же поел, тут же стошнился как бы. А ему этот процесс тоже нравится? Я не знаю, серьезно. Но факт, что он худой. Как бы, ну, не совсем там уже прям обнять и плакать, но я его подкормила немножко. Вот. Потом мы начали разговаривать, он спросил у меня и у Сахара, типа, вот, ну, как дети наши, как они относятся к своему телу. Ну, все-таки уже, говорит, у вас, у старших детей такой возраст, что они уже могут начинать задумываться, там, похудеть, подорстеть. Ну, вот это немножко пообсуждали. Сахар рассказала о том, что... Она же, по-моему, к своему телу никак не относится. Ну, я вот тоже так подумала. Ну, видишь, Джованна Сахрина, да, она уже, получается, 1.5 года, как переживает за то, что она полная. Ей сколько лет? А она ровесница Катаринки, 10 лет. Я не могу сказать... Посмотрю результаты. Давай посмотрим. Нет, это результат. Я сегодня отправилась на конференцию по... Ну, короче, мне это по профессии в дальнейшем пригодится. Это нас будут учить быть учителями и помогать. Это будет 4-часовая конференция. И, видимо, мне пришел результат. Там лимитированные места, только 60 мест будет. Блин, а где мой телефон? Он где-то рядом, я верю. Только 60 мест будет, и по окончании этого мы получим сертификаты о том, что мы это прошли, и это хорошо в будущем, для когда ты будешь устраиваться. Короче, это важная бумажка. О, все. Меня берут на конференцию. Вот. Так, а что я? Ну, в общем, Сахриная что девочка. Она задумалась о своем теле. Она задумалась о своем теле после того, как похудела я. И она начала Сахару спрашивать, что типа, как Марина похудела. Сахар говорит, типа, ты подойди сама с ней поговори. Но Джованна, она же такая стеснительная, она вообще ничего. Вот наша Катарина, она более такая, ну как тебе сказать. Ой, это тебе так кажется. Прямо ну, она знаете, подойдет нет, к Сахарику спрашивать. Нет, она не пойдет. Но она в принципе, по крайней мере, когда вот мы стоим, разговариваем рядом с Сахарой, она не стесняется Сахару, там не стоит такая, как заморожена. А Джованна, она какая-то, ну, очень стеснительная девочка. Я думаю, это проблема национального воспитания.
Ну, она не стеснительная, а... Ну, не знаю, стоит. Может, это ее персональные качества такие. Зайка, мне кажется, это типа вам слово не давали. Вообще. Может быть. Ну, в общем, то она стала это... Сахри говорить, что... Это не воспитание, а это Зай, ограничение. Ну, давай не будем, так мы не называем ничего. Ну, просто такое бывает. Ну, бывает, да. Я считаю, это неправильно. Ну, я считаю это неправильно, но это не наше дело считать это правильным или неправильным. Это их проблемы, короче. В общем, она стала спрашивать, как я похудела, и она же потом немножко спортом стала дома заниматься, чтобы похудеть. И сейчас она все равно озабочена тем, что она овер. Но потом мы пришли на child development. И, в общем, это какой-то трындец к тому, что мы подписали вот этот групповой контракт по последней большой работе, да. Она раздала еще вот такую стопку бумаг, как что делать, пока непонятно. Мы вчетвером там смотрели в эти бумаги, да. Она, конечно, вроде пытается объяснить. Она раздала сценарий. У нас, в общем, одинокая мама, которая там 40 с чем-то лет. У нее трое детей, и одна девочка стала замкнутая. По возрастам я не помню, сколько детям лет, но у меня есть этот сценарий на руках. Одна девочка, по-моему, если не ошибаюсь, ей или 15, или 16 лет, стала очень замкнутой, раздражительной. Но мама очень занята, так как она одинокая мама, ей как бы особо некогда вникать, кто там чего раздражен. И только на через какое-то время младшая сестричка проболталась, что эта девочка беременна. И уже как бы поздно что-то делать, если делать. И мама стала бабушкой. Она становится бабушкой скоро, по нашему сценарию. И мы, как, ну, образно говоря, мы там педагогический состав. Мы должны помочь этой семье. Мы должны найти любые, как бы, подтянуть силы в эту семью, психологическое сопровождение для этой юной мамы. Ну, допустим, да. Потом любые агентства, которые могут нам помочь. Вот нас четверо в группе, значит, мы должны стянуть все силы, чтобы помочь этой ситуации разрулиться, чтобы всем было хорошо. Разразиться, блин. Разразиться во всех смыслах слова. Да, разразиться она и без нас. Ну вот, одна девочка решила отвечать за медицинское сопровождение. Значит, она будет искать, кто захочет этой девочке оплатить роды, какая благотворительная организация, утрясти ее вопросы с медстраховкой, потому что, ну, мы вот должны этот момент уточнить, у нас в сценарии не прописано, есть ли медстраховка у девочки или нет, потому что это уже различные пути. Если есть медстраховка, она просто идет и рожает, как бы там, ну... А если у нее вообще нет медстраховки, то тогда нам нужна благотворительная организация. Или мы должны ее тянуть куда-то вот в ДПСС в какие-то эти, чтобы ей оформить медикал. Ну, короче, вот мы должны это все порешать. В общем, другая, ну, мне кажется, Мария немножко поздно начала вопросом этим заниматься. Нас, короче, четыре девочки. Марина, ну, это я, Мария, Эбони и, ну, мы ее, короче, Джин называем, потому что у нее имя. Энджин, она, по-моему, она китаянка, в общем. Энджин? Нет. Это двигатель. Ну, просто Джин она, короче. Она должна быть двигатель. Мария говорит, что она хочет, мы поделили сферы влияния, Мария хочет быть этим, короче, найти агентство, которое будет ей помогать планировать, ну, как она сказала? Запланированное типа родительство, но мне кажется, запланированным родительством надо было заниматься до того, как мы ее уже имеем беременно. Ну, в общем, она решила этим заняться, искать вот агентство, которое... Но, с другой стороны, она родит, ей потом надо, чтобы как-то даже объяснили, план какой-то. Чтобы она через год к нам опять не пришла такая. В общем, может, оно и надо, в принципе. Эбони пока ничего не решила, с каким агентством она хочет работать. Ну, а... С агентством Саши Варламова. Вот ты на чё гонишь? На чё она сразу всплывает? Я сразу думала, что искать какие-то пути, как ей помочь окончить школу, куда пристраивать ребенка на то время, пока она будет учиться. Но потом я вспомнила о программе, которая существует ВИК.
Это вообще идеальная программа. Это поддержка беременных женщин в плане еды. Это потом до 5 лет помощи ребенку с питанием. Я считаю ей как очень молодой, без каких-либо дохода. Ей это прекрасно просто. Ей и смеси будут там давать. Ну и в общем, мне надо ехать в агентство в это. И... Подожди, по-настоящему надо? По-настоящему надо будет. Один день нас освобождают от занятий для того, чтобы мы поехали в это агентство. И полностью, грубо говоря, мы должны представиться, что здрасте, я будущий бла-бла-бла. Типа, и у нас вот такая, типа, как финишная работа. У нас есть девочка. И чтобы они мне дали всю свою информацию, чем они могут помочь. Я это все должна организовать, ну, как-то укомплектовать в себя, да. И потом... В течение 7 минут донести это все до нашей группы. Мы должны вначале сказать, вот у нас наша подопечная, как же ее зовут, ну в общем фиг на нее. Ну короче, я тебе скажу, ты молодец, ты хорошую фигню выбрала, что нам не придется в больницу ехать-то. Ну в общем... Да ты там понимаешь, в одну поедешь, а с другой могут уже и не выпустить. С такими вопросами. Ой, так про что я? В общем, мне нужно всю эту информацию собрать, все это там, ну, в общем, вот столько вот информации, как, и главное, ну, такие строгие правила, как это все должно быть оформлено, но я считаю, что моя цель донести, чем помогу, да, а не, блин, 10 раз это там как-то записать так, как она себе это представляет. В общем, у меня не креативный подход к этому. Ну, в общем, там мне все расскажут, как оно, что должно быть. После этого, во время презентации, мы будем раздавать каждое в своем агентстве листки, чтобы, как учительница говорит, если кто-то в нашем классе в сложной ситуации или знает человека со сложной ситуацией, чтобы у него сразу же был и адрес, и на эту бумажку я должна напечатать, короче, адрес, телефоны, там, имейлы, допустим, вот если Вик, Инстаграм, то, ну и Инстаграм тоже, то как бы... Какие критерии для того, чтобы получить это? Как, почему, типа, ну, ой, короче, блин. Ха, мы там притомились. Ну, в общем, ждем в комментарии, как это сказать, ну, типа, краткий рассказ в любой форме. Например, у кого ребенок или кто сам учился вот в педагогическом и... Получается, это вас как учителей учат разобраться, да? Нас, вот как учителей. Кого как учителей учили разобраться в ситуации, типа, если там в 8 классе кто-то вдруг слегка стал немножко так беременным, дело в том, что да? Даже зайка не то, что разобраться. Получается, нам полностью нужно решить проблему этой девочки, чтобы она смогла... Ну, это не проблема, но это и проблема, и не проблема, про ребенка нехорошо. Так. Ну, в общем, мы должны полностью разрулить ситуацию с ее беременностью, чтобы она хорошо родила, чтобы она окончила учебу, чтобы не голодала, чтобы получала все возможные бенефиты. Короче, все, что мы можем стянуть, какие силы к ней, ну, вот там, допустим, фудстемпы, да, допустим, медикал, там какие-то благотворительные организации. Фудстемпы – это питание, медикал – это медицина. Да, благотворительные, может, организации, которые там могут вещами ее поддержать. Ну, вот как центр надежды. Как центр, ну, в общем, ну, все-все-все, что можно к ней, чтобы она... В общем, пишите в комментариях, кто сталкивался с такой ситуацией, вот беременный ребенок там... в старших классах или, может быть, в техникуме, в колледже, какая помощь была от этого учебного заведения, кроме общественного морального порицания и тыкания пальцем. Ну, наверное, я больше с таким сталкивался. Но я тебе больше скажу, во всяком случае, в новостях в белорусских такое, блин, ну как это, не пропагандируется, такое а показывается, как тыкают пальцем, но помощь, такое блин. Такое происходит, и в большинстве случаев, если это уже 8-9 классы, то предлагают перейти на вечернее образование, чтобы ребенок даже в школе беременный не появлялся. Это смешно звучит, но просят. Короче, делитесь своими опытами, как и кто чего знает, ну, по этому у каждой вопросу. Группы разные сценарии, но мы слышали у парня... Ну, короче, он очень громко разговаривает, да. У них ребенок, который избит был в семье. Так прикиньте, в полицейский участок надо идти. Ну вот я не представляю, ну, я как бы я пришла в полицию, да, ну... и сказала: здравствуйте, тут это.
Нет, ну дело в том, что учитывая, какие полицейские в Америке вот... Да, вот ребенку участвуют... в Макдональдса еду принесли. Да, во всяких этих мероприятиях, то, в общем, я думаю, что... Я сегодня прочитала, слышишь? Там бы, скорее всего, усадили в этом участке, тебя окружили... Да, я тебе расскажу. И начали бы, блин, наперебой предлагать... Так, ну, да, ну просто как-то неудобно. Мальчик позвонил в 911 рано утром, потому что он проснулся рано, ему там 6 лет или сколько, или 5 или 6 лет. Бабушка с паром есть захотела, он позвонил, не могли бы ли они принести еды из Макдональдса. Женщина-диспетчер говорит, нет, мы не можем. На всякий случай, типа, передала, ну, кто патрулирует, тот подумал, что ну все равно же буду заезжать, поэтому заеду и еду куплю. Мне интересно, тогда вот штраф был за этот звонок? Я думаю, нет. Ну и все, ему привезли еду, но малыш напугался и говорит, если бабушка узнает, говорит, она меня ругать будет, уходите на полицейского, говорит. Так что все нормально. Так они еще и бабушке прочитали, чтобы она не ругала. Ну, наверное, я не знаю, там вот написано просто, что... Ну и опять же попросили, типа, что... Как-то они... Я прямо представляю. Что очень много происходит вот этих случайных звонков 911, когда детям дают телефоны играть, что даже если телефон заблокирован, то на 911 он все равно как бы срабатывает и типа звонят по разным вопросам. Тогда мальчик вот звонил, задачу решали, поесть ему захотелось очень. Прям представляю, блин. К нам в деревню полицейский приезжает, блин, с Макдональда с булками. Ой, ну я говорю, сегодня, конечно, получается немножко вот эта неразбериха, потому что, ну, мы выбрали себе лидера группы. Лидер группы у нас Джин. И она, короче, чтобы быть лидером, нужно быть, ну, чувствовать себя лидером. Так что ты не выбралась? Нет. Я Чего? Буду выбираться потом уже, Зай, на кого-нибудь. Надо было выбраться и все. Нет, Зай, вообще, если честно, я очень не люблю эти групповые проекты какие-то, все в этих групповухах участвовать. Потому что я люблю, когда я отвечаю сама за себя. Ну вот я смотрю, да, что мы как-то хоп, быстренько сориентировались, кто чего будет делать. Эбони, это, блин, она плавает, да. Я боюсь, что нам 20-20-го выступать, да. И тебе надо было сказать, значит, Эбони не плавает, сделай это. А она такая, ну вот за это, понимаешь? Или начинаем, как презентацию делать? Лучше каждый сам за себя отвечает или все вместе? Я считаю, что лучше каждый сам за себя. Раз оценивать нас будут не как группа, а каждого сам за себя, но то вы должны я хочу... каждый сам за себя, но в составе группы как-то у вас же должно быть конечно. Это типа. Конечно, как? Конечно, но я имею в виду, что если я хочу сделать вот эти слайды, что за мной бегут, да, угу. Я считаю, это красивее, что когда я буду говорить, он расположен, потому что у нас локация должна быть не дальше 15 миль от, ну, угу. Теоретически от какого-то дома нашего, да, угу. Ну, считается... От колледжа, грубо говоря. Ну, хорошо, пускай от колледжа, да. Она говорит, я не хочу PowerPoint эти, ну, слайды делать, потому что я не знаю, как это делать. Я говорю, я тоже, говорю, не знаю, говорю, но я буду искать помощь, потому что мне, говорю, кажется, это более профессионально, когда за тобой там хоп, ну, из Гугла это, где оно находится, или там адрес, или еще что-то. Поэтому я люблю сама за себя отвечать, а не за компа. Ну, это я с испанизатом приду. Все? Смотрите уральские пельмени. Каких перлов с испанизатом. Ну, вот. Вот так вот проходит, короче, интересное обучение. Если честно, когда я закончила на этих выходных какие-то... делать Baby Day проект, это, да, я подумала такая, фу, все, сделала. Ну сейчас, да, я думаю, блин, еще и не начинала, походу, делать. Ну ты проектом занималась 2 дня или 3? 2 дня, и 2 дня не так, что я позанималась, а я просто вот проснулась, сбегала в парк, села. И делала до тех пор, пока, нет, ну я там кормила детей, допустим, разогревала кушать, да, садилась обратно, писала, читала, писала, читала, писала, читала, хоп, время мыть детей и ложить спать. И все. Вот так день прошел. В общем, самое интересное, ждем ваших комментариев по поводу полицейского из Макдональда в любой точке Минска. Или там где. Ну вот мы жили в деревне последние 5 лет, так мне прямо представилось, как с мигалками везут ребенку перекусить. А мне вспомнилось сейчас прям вот, Сережа, как к нам ночью пришли полицейские. Сейчас расскажу почему. Ночь.
У нас в зале стоит аквариум, да, на 250 литров с подсветкой. И когда ты на 450 литров. Когда ты с улицы, это очень большая фигня. И там лампы, потому что рыбам нужно все время освещение, да. Когда с улицы смотришь, сразуется впечатление, что у нас горит свет. В 2 часа ночи у нас, но мы-то спим в это время, да. У нас не спят только рыбы. В это время у нас раздается звонок в дверь, приходят два мента и спрашивают, а вы не знаете, где находится, там называют какую-то фамилию. Главное, они спрашивают не адрес, где эти люди живут, а где этот человек в данный момент находится. Мы говорим, нет. Типа, вы чего, охренели, типа, да? Они такие, ну вы же все равно не спали, у вас же свет горит. И уходят. Вот так. Вот так. Красавцы. Все. Пишите ваши веселые комментарии, пишите про школу, про беременных школьников и студентов, что вы по этому поводу думаете и ваши случаи. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Подписывайтесь, включайте колокольчик. Наш инстаграм в описании к видео, можете подписаться. И до встречи. Пока-пока. Бай-бай. Thank you.